Какая гора песка! Можно, можно. Троллика. Троллика можно. Кажется, придется стираться. Эмма, только в куртку не набери песка. Пойдем к воде. К воде сначала. К воде и придем. Красота, волны. Не промокни. Вот это ветер. Холодно? Смотри, где разрыто, там видно, где ты копала. Тут. Ну, ищи. Не получается найти нам тролля. Поиски продолжаются. Не удалось ему сбежать. Ура! Поиски завершились. Дома будет купаться. Дома будет купаться. Эмочка решила пособирать ракушек немного. Но песок очень мокрый. Очень холодно, ребята, на море. Погода обманчивая. Руки у меня отмерзли. Машина с кофе здесь стоит совсем не зря. Очень холодно, не помешает согреться. Девчонки-чемпионки! Спускаемся и побежали домой, холодно. Съезжаем. Скалолаз юный. С рюкзаками, с учебы и сразу на море. Но, к сожалению, очень-очень холодно. Холодно очень. Прощай, море, до новых встреч. Предстоит подняться на самый верх, так как спускались мы в самый низ. Ребята, у Эммы выпал зуб. Покажи, зайка. Он у нас очень сильно вчера начал шататься. Идя с моря, он у Эммочки выпал. Сейчас мы вытрем кровь. Ты довольна? Эмма сильно ждала, чтобы он выпал. Какое событие? Ты рада? Папа, скажи.
сказал, когда выпадает суп, вот так облизывайся эту дырочку, из которой выпал зуб. Облизывать, можно отдохнуть и опять начинать. А для чего это? Я не знаю, но он сказал мне делать. Это для того, чтобы быстрее зажила десна. Вот так, вот Эмма запомнила. Так, кому сегодня придет зубная фея? Ко мне! А что тебе обычно приносит зубная фея? 2 евро. 2 евро. И оно евро. Ты хотела бы, чтобы она тебе сейчас принесла евро или гривны? Ты же в Одессе, здесь гривны. Гривны. Гривны? Ну, значит, будем заказывать феи гривны. Да? Эмма счастлива, что у нее выпал зуб. Покажи еще раз ребятам, как тебе выпал зуб. Красотка! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Мы будем канал без Эммы.